Чтобы пользоваться кошельком Trust Wallet, его необходимо пополнить. Для этого открываем приложение Trust Wallet, открываем Ethereum, нажимаем «Купить» и вводим нужную нам сумму. Далее все как обычно, как и при любой покупке в интернете. Нужно ввести данные карты. Номер вашей карты, срок истечения действия, имя и фамилию латиницей. Также потребуется ввести данные платежного адреса. Город, улицу и индекс, адрес электронной почты, действующий номер телефона и вашу дату рождения. Далее соглашаемся с условиями использования и ждем код из SMS, которая придет на номер указанного вами телефона. И переходим по ссылке из электронной почты. Поздравляю, вы пополнили свой кошелек Эфириума, ваш баланс пополнен.